Здравствуйте, друзья! С вами компания «Алиан», Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам всем хорошего настроения. В ближайшее время, у кого оно не очень хорошее, я думаю, мы сейчас вам его приподнимем. А на сцену выходит фрау Матильда, наш новый персонаж. И сейчас вы можете послушать, как эта простая, на первый взгляд, женщина может испортить жизнь непростому, на его взгляд, на взгляд коллектора. Собственно, коллектору. Итак, внимание, приготовьтесь к хорошему настроению. Я вас слушаю. Здравствуйте. Алло, слушаю вас, здравствуйте. Общество ограничено ответственности кредит экспресс финансов, я вас лично Виктория Николаевна, ведется аудиозапись нашего разговора. Елена Сергеевна, это вы? Это я, но только будьте любезны, пожалуйста, поунять немедленно, объясните, кто вы такая. Фамилию, имя, отчество. Кредит экспресс финанс. Меня зовут лично Виктория Николаевна. Ведется запись нашего фамилии. Не нужно про запись ничего говорить. Скажите фамилию свою поотчетливее, пожалуйста. Я не расслышала вашу фамилию. Милешина Виктория Николаевна. Огромное вам спасибо, Виктория Николаевна, за то, что... Звонок поступал по поводу финансовой задолженности вашей перед обществом ограниченной ответственности за финансовую компанию. Честное слово, у вас тут выявлен факт нарушения по вашему договору займа, номер договора 81-53, который вы оформляли в июле 2016 года. Какое нарушение? Какое нарушение? Там где-то не там расписалось, что ли? 220 дней находитесь в просрочке. Вы об этом, я думала, где-то, может, не так заполнила, может быть, думал, больше мне... Там, туда, ага. 200 тысяч рублей оформили на определенный срок 13 августа 2016 года. На какой срок? Почему вы меня переспрашиваете, Елена Сергеевна? Ну, потому что вы двусмысленно выражаетесь. На какой срок, я недопоняла. Я абсолютно четко вам говорю, 13 августа 2016 года должны были вернуть. Ой, душа моя, пожалуйста, не повышайте голос, говорите нормальную интонацию, выдерживайте официально. Вы меня не слышите, и вы меня постоянно переспрашиваете. Я вас постараюсь перебивать, потому что вы говорите невнятно. Вы называете какие-то неопределенные сроки. Невнятно, возьмите, пожалуйста, трубку нормально, и будете меня понимать. Как вы можете предполагать, насколько нормально, либо ненормально у меня? У меня трубка. И вообще трубка ли у меня? В данный момент я за рулем, у меня... Если вам приходится... Так я вас не слышу. Ой, только не надо руководить моими действиями. Дело в том, что у меня есть специальное устройство, которое называется Bluetooth, синий зуб. Вот, и я вполне в рамках правил дорожного движения разговариваю, мне ничего не мешает и не запрещает. Итак, я продолжаю. Вас слушать. Продолжаем с вами. Вас задолженность актуальна 20 марта 2017 года. Я не выяснила, на какой срок вы сказали. Вы там про какой-то определенный, то ли нет. 13 августа. Вы не помните сами? Зачем вы повышаете голос? Или на какой срок? Такое ощущение, как будто я лично у вас деньги взяла. Если с телефона переговоров, у нас действительно не получится решить вопрос по адресу вашей прописки в Целине, дом 25, квартира 3, будет направлена выездная группа. То есть информация сейчас же о вас касается департамента, и вы лично тогда будете беседовать с нашим... Скажите, пожалуйста, у меня есть один простой вопрос. В этой выездной группе мужчины будут? Вам приходится по 10 раз объяснять. Все тогда, разговор заканчиваю, до свидания. Ой, наговорила, сама себя хоть распознала. Ну да, комментировать особо нечего, в том плане, что слышали, да, когда они понимают, что человек не испугался, а начинают просто тараторить, кричать и все такое. Поэтому я призываю никого не пугаться, не бояться коллекторов. А если серьезно, как я всегда говорю, посмотрите в описании ролика, есть ссылочка на наш сайт, на сайт компании «Алиан». И вы можете на сайте увидеть видеопрезентацию, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиан». Это для тех, кому нужно действительно встать под юридическую защиту и оформить все документально, сделать все с точки зрения закона максимально эффективно. Ну и, конечно же, лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Группа ВКонтакте предложена в описании этого ролика, да и всех других роликов, можете вступать в эту группу. Там все наши ролики дублируются.
Ну и, конечно же, репост в соцсетях. Друзья, не нужно бояться, и пускай как можно большее количество людей узнает, что бояться действительно нечего. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». До свидания.